Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы продолжаем проходить Дед Спасе, да, вот это вот. Остановились вот здесь, вот где-то. Где-то здесь. А, нет, мы остановились дальше, да, мы остановились дальше. Кстати, в прошлой серии мы дошли вот до туда, приехали куда-то там, да, куда-то приехали. Вот, увидели что-то. Вот, там нужно какие-то пластины соединить, что-то там сделать, короче. Саша, поудобнее, вот это вот... Чаечек, кофеечек, приятный аппетит, кто кушает. Пледик не забываем. Хорошее настроение. Если нет, тут, наверное, поднимется, не знаю. Да. В принципе, все. Саша, поудобнее. А мы начинаем. Короче, вроде как, после прошлой серии я прокачал вроде X, да. Видите? Я его прокачал. Плазму нет, икса прокачал вроде наш с вами, да, я вот прокачал, у нас было до сюда прокачано, я вот до сюда прокачал. Вот я хочу еще хпшку зафигачить, чего бы нет. И кстати возвращался обратно и там продал, ну, то что вот мы нашли с вами, да, теперь у нас патроны с вами есть и хпшка хотя бы почти полная. Я надеюсь, не будет сейчас жестко ничего, потому что это такое себе. Вот, мы сюда остановились и туда же доезжали. Так. Ой, так, здесь... А, вот, да, вот эти пластины. Помните, нам она сказала, что? Правильно сказала. Нужно соединить пластины в хаотичном порядке. То бишь, сюда, к примеру, одну, да? А, ну, конечно, вот тут, конечно, вот тут по кругу надо по одной фигануть. И, в принципе, все. Да, в принципе, все. То бишь что-то вон там делать. Но я так думаю, что скорее всего будут там монстры. Поэтому как-то так. Давайте сохранимся сразу с вами. Сохранимся, потому что ну его нафиг. Игру мы с вами знаем. Она бывает, да, неожиданные прикольчики нам дает. Ладно, погнали. Так, здесь мы тогда тоже все забрали. Поехали, ёбано. Зона невесомости. Бля, ну ты посмотри на эту тварь. Я чё с мышкой-то? Ёбаный. Зона гравитации. Зона невесомости. Ну, ладно, попробуем. Зона невесомости. Их всего лишь тут три, да? Да, раз, два, и он. Давай, давай, идите сюда все. Я вас здесь жду очень сильно. Да,
Подожди-ка. О, тихо, блядь. Да ёпана, иди-то сюда, блядь. Ну что, давай. Блядь. Ой, блядь, все нахуй, нахуй. Выходи, мужик. Выходи. Классная игра. Пиздатая игра. Я обожаю такие игры, ребят. Я такие игры обожаю. Ой, блин. Ебал я рот этой всей хуйни. А, ладно, я знаю, что надо сделать. Хотя, ладно, нет. Давай-ка мы так пройдем. Зона невесомости. Давай, сюда идите. Я пока поищу ящички. А где ящики такие? Где зеленые ящики-то эти? Либо я долблюсь в глаза, либо, ну, типа, чего-то не понимаю, да? Здорово. Все, минус одна. Отсосешь, блядь. Блядь, что? Кого, блядь? Улетай. Оп. Свидание. Чего? Не понял прикола сейчас, блядь. О, она ползет, смотри на нее, блядь. Отсосешь, блядь. До свидания, ебаная. Зона гравитации. Ну речь открывай ты, ё-мо. Подожди. Поехали, сгоняем назад. Мне нужен магазин. Ваху, что за бред, блядь? Что просто за бред? Я в шоках. Зона невесомости.
Ты отсосёшь, блядь. Всё. Конец-то, блядь. Я просто уже всё, блядь. Опа. Подожди-ка. Топливо огнемёта. Нахуя оно мне? Так, пойдём-ка сохранимся с тобой, потому что... Мне такое не надо. Нет. Как раз еще батарею вот этот стазиста и возьмем, или что это, блядь. В принципе, все, их больше не должно быть. Сейчас мы должны разобраться, как это работает. Поехали. Бля, я надеюсь, больше не будет монстров, потому что, ну, это, типа, глупо делать так тогда. Тогда разработчики, типа, ну, это будет разработчиков, это глупость будет, если начать будут монстры дальше здесь. Зона невесомости. Все, их больше нету, точно, блядь. Смотрите, здесь поломанные, а есть наоборот. Нормальная. Угу. Здесь нормальная, здесь. Там поломанный, там сделанная. А здесь вверху нету, видишь? А там вверху есть. Ага. Вон там и сделано, и я сюда буду. Поехали. Ее нужно вот вместо вот этой хуйни поставить тогда, да? Тогда нам нужно будет еще две нормальных. Там одна. Да иди нахуй отсюда, блядь. Поехали. Так, ага. Так, вон там вот сломанная хуйня. Её к хуям отсюда. Ну, я, наверное, я не знаю, правильно я понял или нет. Ну, наверное, вот так вот будет правильно. Сейчас здесь. А, и там все, в принципе, все нормально. Сейчас, подожди. Давай сюда. Да ёбана. Так, давай посмотрим ящички с тобой для начала, когда мы, пока мы последний не сделали. Давай посмотрим с тобой ящички. Ну, такие вот. С этими, бля, прикольчиками. Блять, а где? Тут нет ящичков больше. Все, блять, один только был. Ну, понятно, нахуй. Все ясно. Не, подожди, реально нету все больше. А, не надо мне пугать, не надо пугать. Не, реально нету больше, что все. Ящичков. Обидно. Но у меня в запасе. У меня в запасе 11 патронов, один с запасом. Нормально.
сообщений. Все? Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Зона гравитации. Значит, там какая-то хуйня будет, я уверен, блядь. А ну-ка, нахуй. Для начала сохранюсь-ка, блядь. Я, блядь, вот это знаю ваше, знаешь, блядь. Ну давай, let's go. Говорит USM Вейлор. Вызываю USG Ишимура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэммонд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. USM Вейлор. Ответьте, Вейлор. Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт! Айс, к корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям. Второй босс? Второй босс? Второй босс? Получается, да, блядь? Так, сохранимся. Я, блядь. Если это второй босс, и он сильнее, чем прошлый, я тогда хуй знает, что делать, ребят. Нужны деньги нам 100%. И на броню новую, блядь. И узлы, и лучше еще узлы нужны нам. Чтобы прокачать как раз таки этого, ну, здоровье, блядь. И как раз, не как здоровье. Как еще поняли. Прокачать, короче, ему хлопушку. И чтобы, ну, хило было бы больше, да. И воздух прокачать. Еще оружие надо прокачать. Я не буду поворачиваться, ну его нахуй, блядь. Не надо, не надо, Петя. Петя, пожалуйста. Бля, что тут какая-то хуйня, да, будет? Сразу же, нахуй. О, спасибо за кредиты. Здесь нет никакой хуйни, блядь. Да, конечно, такое, блядь, что оно поднимается сама, такое себе. Нахуй, сохранись тут же, блядь. А, я же ему отстреливал ногу. Нам же обратно, да, в принципе? А, не, подожди, нам куда, блядь, подожди. А, нам вот сюда. Ебать. Пошли. А. Не понял, блядь. Игра. Не надо, пожалуйста, меня пугать. Она сама открылась, ребята, что. Но спасибо за деньги, спасибо. Так, вот тут есть еще кое-какая хуйня. Дай-ка мне вот сюда. Вот эту штучку. Ага. И вон он еще один. Батарея резака, блядь.
Силовый узел. Игра от души. Ну поехали, блядь. Ебать, ты кто, блядь? Ёба. Как мне по ним попасть? Минус две. Такой сложный по факту этот босс. Башни, башни, блин, блядь. Только так, блядь, и башни. Минус еще одна. А, и вот это было больно. Давай, блядь, всовывай свои лапы. Все? Ебать. Ну это ладно, это проще. Это типа, я так понимаю, босс, да, тоже, но он проще. Ебать. Где отсюда? Гадость. Ебать. Какого черта они открыли капсулу? Стой, нахуй! Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего леса. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного поглотать тебя. Слушайте. Я отменяю эту миссию. Задницу Си-И-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в большом море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Окей, бля, это жестко. Так, ребят, ну что, я предлагаю на этом остановиться, да, эту серию, потому что она и так долго. Не хочу прям удлинять на, там, не знаю, на несколько, блядь, часов. Поэтому спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось, вот.
Блин, очень прикольная серия получилась. В принципе, все. Идем в следующую серию, давайте.